Военные, педагоги и общественники. На празднование Дня пожилого человека в ДК «Заря» собралась публика разных профессий. Среди них и руководитель музея школы номер 116 Валентина Горина. С 2007 года активистка проводит для школьников уроки патриотизма и мужества. Времени у пенсионерки хватает и на поиск информации о без вести пропавших солдатах Великой Отечественной войны. Говорит, эта работа помогает пополнить ряды бессмертного полка. Уроки мужества и чести должны быть где-то на самом первом месте. Почему? Потому что они сближают непосредственно с детьми, с нашими, с молодежью, в которую мы верим, которые надеемся на то, что они будут продолжать наше дело. Несмотря на состояние здоровья, Анатолий Ломатов все равно пришел на праздник. Человек военный, ветеран боевых действий в Венгрии в 56-м году. Слов на ветер не бросает. Если сказал, что придет, значит придет. Да всегда, когда приглашают, бываю. Ну, то есть вы ведете активный образ жизни? Активный. Только вот помешал инсульт. Но все равно, несмотря на это, вы все равно... Да, вот клюшку взял и все равно сюда пришел. В Самарской области проживают более 350 человек, которым более 100 лет. На все важные даты и события к ним приезжают представители администрации города с подарками. День пожилого человека не стал исключением. Очень приятно видеть счастливые, довольные лица наших ветеранов. Традиционно мы обязательно доставляем их на это мероприятие, то есть отдаленные районы города, предоставляем автобусы, чтобы им легче было добраться сюда и также потом домой. Всего в Самарской области проживает 100 тысяч пожилых людей. Они состоят в различных общественных организациях, посещают объединения по интересам и даже участвовали волонтерами серебряного возраста на форуме «Иволга» и чемпионате мира по футболу 2018. Валерия Куценко, Николай Сидоров, «События».